На территории святой природы находится вот такая дубовая роща, где некоторые деревья уже представляют опасность для жизни. Вот здесь видно, что ветки сгнили и в любой момент могут упасть. Находится прямо над дорогой, где ездят машины, ходят люди, дети. Эти деревья уже даже пометили как аварийные, но вроде как говорят, что денег на спил нету. То есть председатель СНТ делал заявку, вот их просто пометили. Уже несколько лет они вот так вот с цифрами находятся, вон еще. Но никаких мер не предпринимается.